модницы сосредоточены именно на территории Америки. И если проанализировать фотоотчеты, например, кстати, на неделях моды всегда ориентируемся на стрит-стайл. Именно он транслирует тренды. Так вот, подобные жилеты просто частые гости в образах современной модницы. Потому что они, во-первых, добавляют образу изюминки. Сразу образ становится сложным, его хочется разглядывать. При этом мы, опять же, можем носить этот жилет все 4 сезона. Посмотрите, какой многослойный образ получился у Дарьи. Она очень ловко миксует жилет вместе с кардиганом Ариэлла. Причем, опять же, никакого намека на объем. Очень эффектное, самое главное, теплый образ. Осень уже стучится к нам с вами в двери. С любым поясным изделием будет великолепно сочетаться. И, кстати, можно этот жилет еще использовать как, например, элемент утепления для вашей верхней одежды. Вот, например, у меня есть яркая здесь вот вещица, которую я хочу вам показать для вдохновения. У меня в руках сейчас пальто Джамия. И посмотрите, я беру, например, изумрудный цвет жилета и просто под пальто его помещаю. И у нас получается эффектное именно утепление, но при этом мы усилили температурный режим пальто и легко можем его носить при первых заморозках. Отлично, мы еще с вами цвет выбираем. Темно-зеленый цвет сейчас у тебя в руках. Рядышком пудровый, который сегодня я для себя выбираю, не расстаюсь. С ним самый светлый оттенок, бордовый, вкусный, винный цвет также у нас присутствует. И классика, темно-синий цвет также есть в наличии. 4 варианта цвета, размеры от 48 до 60. И ты знаешь, я выбираю просто свой размер, но может быть ты порекомендуешь как-то иначе? Ты знаешь, я рекомендую, можно выбирать вполне, точнее, размер в размер, потому что жилет у нас максимально свободный, он прямого кроя, и нам не нужно преследовать, знаете, какую-то задачу, где-то его посадить, mm-hmm. чтобы он не передавливал. Он не имеет права передавливать за счет того, что у него прямой крой. Хочу заметить, как оформлено здесь плечико. Увидели, какие компактные смотрятся mm-hmm. плечики за счет именно конструкции верхней части. При этом, когда мы видим с вами жилет, мы в первую очередь должны оценить пройму. Настя выбрала для себя свой 50-й, и посмотрите, полуобхват в пройме составляет, вам видно, я надеюсь, на это кавалер? Так, ага. Вот, отлично, вот, 29 сантиметров. То есть при этом мы понимаем, что не впивается жилет в подмышечную зону, У-у-у. То есть мы можем все, начиная от футболки до плотного свитера, позволить носить под ним. Ну, какое узкое плечико, сразу такая хрупкая фигура смотрится, и при этом вот многие боятся стежки, а в данном случае я советую вам в нее влюбиться, потому что, во-первых, она нас не разрезает, она действительно выглядит очень деликатно, и при этом узкая такая талия смотрится, и бедро мы тоже не потеряли, оно закрыто, и при этом еще и забота о женском здоровье. 44 тысячи телезрительниц телеканала Шопен Шоу выбирают бренд Мегаполис в качестве своей покупки, 65 тысяч делают заказы с этим брендом, цена только сегодняшнего дня 1999 рублей, менее 2000, такой очаровательный теплый жилет с выгодой 58%. Ты знаешь, для меня было удивление, что знаменитости выбирают в своей жизни вот такие жилеты. Модный мир зато и существует так долго, когда его очень ловко транслируют именно модные персоны. Дженнифер Энистон, Кендалл Дженнер, королева Елизавета. Каждая из этих женщин в повседневную жизнь выбирает для себя жилет. То есть он не только пригоден, да, для отдыха на свежем воздухе или на своем дачном участке, он легко встраивается в городские аутфиты. И чтобы вы более четче почувствовали его универсальность, давайте разберем образы, которые представлены сейчас у нас на подиуме. Давай. Вот Дарья уже готова к первым осенним холодным денькам. Кардиган от бренда Миланика, причем здесь вот именно благодаря кардигану Color Block мы зацепились именно за синий цвет. Выбрали темно-синий цвет жилета и опять же джинсы Глазго. Тоже джинсы, они универсальные солдаты. Утепленный образ, но при этом Даша не выглядит какой-то безразмерной. Да, правильно. Смотрите, Катя также нам демонстрирует наш жилет Денвер. Она добавляет в свой образ лонгслив.
Он сегодня также доступен вам к заказу. И юбка, которую я вам сегодня демонстрирую весь день. Вот, причем смотри, какие разные у вас получились, да, с Катей по настроению образа. Она увела как раз жилет в спортшик, миксуя его со свитшотом. А ты увела жилет в элегантность, благодаря именно нежной блузе и, опять же, юбке из эко-кожи. Мы с Настей сегодня представительницы динамики, потому что мы выбираем для себя просто базовые футболки. Настя дополнила образ именно жилетом, джинсами и ботинки, джинсы Глазго. Ну смотри, Настя идет гулять с собачкой, да, а ты идешь с подругами в кафе пить кофе. А может быть, вот и так, не кофе, там как пойдет. Да, 1999 рублей. За эту цену мы с вами получаем комфорт, легкость и невесомость. Утепление — это обязательно, это важно, потому что у нас все-таки жилет, верхняя, да, одежда, которую мы еще под низ верхней одежды дополнительно с вами сможем одеть. То есть это такое элегантное утепление нашего образа по цене менее 2000 рублей. Забирайте еще, например, с юбкой, с блузой или с кардиганом, добирайте до бесплатной доставки на сумму 4990 и получаете при заказе на 3999 наш подарок. Помните про сыворотку, 150 миллилитров сыворотки. Ну вот смотри, погода непредсказуема, у нас уже с утра начинается, у нас в Подмосковье вообще в тумане все с утра, понимаешь, и уже свежо. Я вот сегодня долго думала, что надевать, надевать ли теплый свитер уже или кардиган, но от кардиганов я тоже устаю. Вот действительно, жилет — это тот случай, когда мы еще не гипер как-то сильно утепляемся, да, кутаясь в куртке, например, а это то, что служит согревающим элементом, и при этом вот такая невесомость. То есть вот, я не знаю, если бы он мог взлететь, он бы, наверное, улетел уже, потому что такой он легкий. При этом посмотрите, как он качественно выполнен. То есть с внутренней стороны у нас идет именно подкладка, а внешняя сторона простеганная. Помните, что внутри стежки скрыт евросинтепон, который славится своей именно легкостью, а самое главное — компактностью. Вот за что я люблю современные утеплители, что, во-первых, они не, как ты знаешь, не сбиваются, да, да, в один, да, уголок, они не теряют своей формы. То есть посмотрите, ну все, это дамская сумочка уже с собой как раз куда-то забираете. Я причем так небрежно распускаю, видите, он не замялся, не залежался, все осталось таким, как есть. Бренд Мегаполис — европейский бренд, который приучает нас с вами к мировым трендам и очень практично их вносит своей коллекции. То есть европейский стиль сегодня доступен нам по демократичной цене менее 2000 рублей с выгодой 58%. Вот с помощью нашего жилета вы легко в одну секунду можете преобразить любой свой базовый образ. Посмотрите, да, как жилет вписался, смотри, Наташ, в любой платье, образ. Смотри, платье, причем такое в классическом векторе, джинсы, кружевные брюки, трикотаж. Все это станет лучшими друзьями для жилета Denver. А какой он приятный, а какой он легкий, а какой он теплый. Очарование вашей осени по цене менее 2000 рублей.